Смотрите, получается, с коричневой у нас вот такая вот есть комбинированная слоновая кость и коричневая, это 16500. И вот такой вот получается жираф, он 14500 комбинированный. Но смотрите, если получается решетку отсюда переставить надо будет вниз, чтобы положить сюда матрас, так что если надо будет, чтобы спали двое детей, надо будет отдельно заказывать вот такую решетку. Вот, а так, чтобы в одной кровати, и чтобы двое детей сразу спали, так не получится. Тут решетка одна на одну кровать идет. То бишь, когда мы снимаем вот эту верхнюю решетку, ну, убираем вот эту часть, чтобы ребенок спал вот здесь, вот эту часть мы перекручиваем на низ. Так что не получится так. Если только решетку, я не знаю, Лена закажет, вот такую вот отдельную еще, только тогда сможем так сделать.